Более 270 миллионов рублей выделено Дагестану на пособие для безработных граждан. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Насос выплаты в бюджете на текущий год предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Дополнительно к ним выделят еще более 35 миллиардов. Они будут направлены на поддержку безработных во всех регионах. Напомним, что в республике официальная численность безработных составляет 46 тысяч человек.